7 индустриальных компаний Башкортостана подали заявки на участие в акселерационной программе, разработанной в научном парке МГУ. На полях Международной недели бизнеса в Уфе Центр содействия инновациям республики заключил соглашение с руководством технопарка. Об этом сообщил его генеральный директор Олег Мовсисян. Акселератор «Формула будущего» – это механизм серийного запуска технологических проектов для решения проблем бизнеса. По словам авторов, методика доказала свою эффективность. Выпускники программы уже создали более 150 высокотехнологичных компаний. Сейчас важно тем, кто хочет первый раз таким образом попробовать такую программу, ну, помочь им методически, помочь им содержательно, помочь той команде, которая это запускает, передать материалы, как правильно обучить команду, которая будет реализовывать акселератор у себя в ВУЗе, а также и учебные материалы по тому, как учить и чему учить ребят, как разговаривать с корпорациями и с крупным бизнесом, чтобы вычленить адекватные проблемы, которые действительно по силам молодому коллективу. Сейчас продолжается прием заявок от предприятий республики. Следующий этап – это формирование команд студентов и преподавателей вузов Башкортостана для решения инновационных задач. К нему участники должны приступить в феврале следующего года. Всего по стране обучение по данной программе прошли свыше 3500 человек.